матерей и вдов, памяти детей войны, тружеников тыла объявляется открытым. Слово предоставляется главе Рождественско-Хабского-Сельского поселения Черкову Евгению Викторовичу. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые труженики тыла, дорогие односельчане, дорогие гости нашего сельского поселения. Так, в последние годы мы начинаем нашу речь. Начинаем с приветствия ветеранов Великой Отечественной войны, но, к сожалению, в этом году тот единственный, тот последний ветеран, Быковский Михаил Петрович, тот пример настоящего героя, настоящего мужчины, который защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны, ушел на тот свет. Мы с большой грустью вспоминаем об этом, потому что действительно было о чем поговорить. Мы всегда находили возможность и посмеяться, и поплакать. Но сегодня есть новые герои. Новые герои нашего времени, которые защищают нашу страну от той нечисти, которая пытается сломать наше спокойствие, сломать спокойствие нашего народа, наших детей. Я с большим уважением отношусь всем к тем, кто принимает участие в этой специальной военной операции на территории уже нашей страны. И тех ребят хочется поддержать и пожелать им удачи, потому что это один из факторов, важных факторов в нашем итоговом успехе. Но сегодня мы собрались в таком узком формате, сжатом. Не все будут проведены праздничные мероприятия, такие как «Бессмертный полк», они пройдут в онлайн-формате. Праздничный концерт также мы приняли решение, чтобы произошел тоже в онлайн-формате. Сегодня будет произведен митинг, сегодня будет произведено возложение цветов, венков. Я хочу поздравить всех с Днем Победы. И действительно, тот народ-победитель, он всегда будет в наших сердцах, и всегда мы будем нести доблестно ту память, которую они нам оставили, тот светлый мир. С Днем Победы! А сейчас я хотел бы почтить память тех солдат, тех героев минуты молчания. Спасибо, Елена Евгеньевна. Спасибо. Слово предоставляется директору Рождественско-Хабской средней общеобразовательной школы Щеблыкину Леониду Леонидовичу. В этом году мы отмечаем 78-ю годовщину Великой Победы. Это праздник, но это праздник со слезами на глазах, как говорили деды, так как для этой победы было очень много затрачено жизни человеческой. Миллионы советских жизней, миллионы других жизней, других государств. Но больше всего, конечно, пострадал Советский Союз, Россия в этой войне, потому что это была самая тяжелейшая война в истории человечества. Сегодня хочется, конечно, вспомнить всех тех, кто защищал нашу Родину. Как сегодня уже было сказано, последний ветеран, который был, Быковский Михаил Петрович, он, к сожалению, скончался. Его нет сейчас с нами, но остаются труженики тыла, остаются дети войны. Те, кто помнит вот эти все невзгоды и все несчастья, которые постигли нашу страну и весь мир. Если когда на нашу землю нападают, мы должны защищаться, мы должны защищать свою страну, мы должны приложить все усилия для того, чтобы такого больше не повторилось. Еще раз, с Днем Победы! Возложите на землю венки, в ней лежат молодые мужчины из сирени, из роз и жасмина. Возложите живые венки, пусть стоят
говоря поколениям пришедшим, кто живой, возложите цветы. Уважаемые односельчане, в этот светлый день победы возложим венки и цветы в память братской могиле номер 272. Тепла, чтобы жизнь всегда мирною была. На этом